Всем привет, друзья мои! Мы с Эндером пришли сегодня. Так все неожиданно. Вообще Вселенная очень преподносит мне сюрпризы. И мой муж тоже. Не думала, не гадала. Вообще не думала, не гадала, не ожидала. И вдруг мой муж говорит, пойдем в торговый центр. Он хочет себе купить телефон, потому что у него... испортился, он портится, скоро взорвется его айфончик. И мне кое-что для нейрографики купить, и еще там шампуньки-мампуньки. Ну, я вам покажу, что мы купим. В общем, мы пришли сейчас. Я так довольна, потому что я давно здесь не выходила в центр города. Жизнь полна неожиданностей. Лайк! Ашким, Ашким купил телефон, и я пробую этот телефон. Сейчас меня оштрафуют, что я без маски. Короче, снимать не разрешают. Не знаю, с чем это связано. Дурдом. Вот где умудряюсь, там снимаю. Ну, красиво, да, у нас? Ой, птички летают, да? Красота. Пока меня никто не за... опять замечание не сделал, воспользуюсь этой возможностью. Поснимаю. В общем, вот такие вот дела. Купили телефончик Ашкиму. Вот такой телефончик купили. Сейчас пойдем посмотрим. И в Руше хочу зайти. И в Руше сделать заказ. И потом покажу вам обязательно что-нибудь. Так, мои дорогие, сейчас покажу вам, что мне мой муж купил. Вы в Руше. Посмотрите, вот я купила себе такой для снятия макияжа, у меня уже большой заканчивается. Купила шампунь, купила бальзам, значит, вот такой дезодор, мне очень нравятся они. Это сейчас с ромашкой. И лайнер купила. И в подарок, это все стоит 225 лир, и в подарок вот такой дали, мне дали на выбор масло для тела. А я выбрала после солнца бальзам. 3 в 1. Вот такой вот я выбрала для себя. Сейчас как раз намажу. Потому что я такая, видите, красненькая сегодня, загорела. Каждым днем больше загораю. Ну, еще в подарочек дали вот такую вот. Что дали? Пробник, наверное, да? Пробник. И Ашким мне купил для очков. Для очков купил мне, значит, вот такую вот штучку. А то мне вечно я ищу их по квартире, по всей. Для дома красные нормальные. А сам Ашким сидит с новым телефоном. Гюстер Ашким синий телефон были. Посмотрите, какой красивый. С последней марки взял. Такой телефон 4000 лир стоит. Мой Ашким сегодня... и со вчерашнего дня разошелся, никак не успокоится. Заполняет зажигалки, ходил в магазин. И посмотрите, что принес сегодня. Он избавил от жарки рыбы меня. Какой он у меня умничка. Пожарил уже готов. Ашким, бу и сим? Скумбу. Скумбу? Скумбрия. Нердесен пиширден? Пазара? На базаре там пожарил. Некадарбу? Сколько стоит? 45. За 10 лир жарят. Понятно. Теперь смотрите, что он еще принес. Обалденные, обалденные. Это разные орешки. И вот будем щелкать. Вот это я его просила, говорю, мне нужно миндаль. Так, ну вот, что он принес. Молодец мой муженек. Спасибо ему большое. Сегодня Эндерчик освободил меня от жарки. И можно и покушать жареную рыбку. Вот, мой дорогой. Приятного нам аппетита. Стерил гибе, ха. Эвет, каранная дышка, ма. Ора бляс кёльгеде калыйор, я. Вот деревня, звоним мы. По вашей просьбе родителям. Они включили WhatsApp. О, бачи, эва. О. Пирасы, вода якой. Anne orası biraz karanlığa geliyor ya. Sen... Ha şimdi gördük ama bir. Ha şimdi ha.
Dışarıdan çekersen daha dulda olmaz. Dulda oldu senin dilinden söyleyeyim ben. Mama занимается оператором. Ha, oradan daha güzel gözüküyor ha. Bak şimdi oldu işte. Ne güzel çiçekleri yanım tika. Evet, evet böyle daha güzel oldu. Evet. Oo. Görünüyor. Şimdi çok güzel gözüküyor. Şu, orası domates dediğin yer orası mı anne? Domates orası. He. Aa Dudu babam şey yapmış. Aa Dudu. Тут это шелковица. У них попозже она будет. Вот идет. Эрик de yokmuş bu sene. Эрик, слива. Yok? Yok diyor. Нету işte, сливы. Dudu gösteriyor. Dudu da babam kırpmış baksana. Kesmiş hep. Dutta da var var olacak. Olacak diyor Dudu. Будет, будет. Annem ev göster, ev. Mama ne güzel oldu, görüyor musun? Evet. Operatör, operatör bugün video çekiyor. Vinograd. Görüyorum, görüyorum. Salkımlar yavaş yavaş çıkmaya başlamış. He, üzüm bulsan etrop. Pekmez kaynatmaya gelir. Tamam, pekmeze getirir. Pekmez. Настойка из винограда полезная. Cevizde de yok lan, bu sene ceviz olmadı. Soğuk mu vurdu? Soğuk. Şuna işi de bak oluyordu, o sene. Soğuk vurmuştur o zaman. Bir de bazı ağaçlar bir sene veriyor, bir sene vermiyor anne. Bu de öyle de bir şey var. Herhalde ceviz öyle dediler de. Öyle oluyor ya. Yani annem domates gösterebilir mi? Gösterdi ya oradan. Ama geçti. Şimdi biraz yakın. Şimdi domatesten uzaklaştı şimdi. Aa, uzaklaştı. Bak yeni oda. Gördüm gördüm. Ha, domatesin yanına mı gitti? He domatesi bir göster bakayım diyor. Ha, gördün mü? Aa ne güzel şimdi. Uyumuş. Помидоры. Evet. Помидорчики показывают. Bunlar da patlıcanı görüyor musun? He, ektiniz. He, patlıcan da ekmiş. Fasulye. Fasol. Anladım. Var var. Gül diyor. Gül mü, karanfil mi? Gül yok, o karanfil. Gvozdika говорит мне. У меня, говорит, роза есть. Gel biz de bahçeyi gösterelim. Babam, onu. Babam göster babama. Baban hiç görüyor, dur bari. Bak gülü mü görüyor mu? Bak gülü mü? Gülü varmış artık. Annemcik, babam nerede şimdi? Babanın yanına gideceğim. Babası. Gül nerede gül? Güllerini gösteriyor. Elmanı gördün mü bak elma kocaman oldu. Aha, яблони хорошо в этом году плоды принесет. Все веревочки сделали, подготовили. Эндер показывает Анем. Bak bak kenarda gösteriyor annem ama. В общем, пока захвалимся мы своими цветочками. Dışarıda çocuklar geliyor sesleri. Görüyorum orada. Bak şu çiçeğimi gördün mü? Gördün mü? Gördük ya şu aşağıdaki. Какие, чё, гузы? Бунутов, не
Onun diyor tohumundan götür diyor. Bak beyaz gülü mü gördün? Beyaz gülü var. Белая роза. Вот сегодня такой оператор у нас со мной. Пойдем видим. Yok, soğana gerek. Soğana gerek yok. Anne, ellerinizden öpüyorum. Öpüyorum sizi. Babama da selam söyle. Ne zaman geleceğiz? Geliriz inşallah. Geliriz inşallah, bakalım. Когда, говорит, приедете? Geliriz. Вот такое видео сняла Анемчик. Всем привет, друзья мои. Сегодня так спонтанно решила снять. Почему? Потому что многие из вас пишут мне в личку, как дедушка, как мама, как бабушка, как дедушка. И думаю, как раз позвонили, и сниму-ка я их тоже. В общем, у них все нормально, они уже выздоровели. Так что у нас все нормально. Мы сегодня воскресенье отдыхаем с мужем. Ничего такого делать не будем. Отдыхаю. Рисую нейрографику свою. Занималась, естественно, йогой. Сейчас пьем кофе с мужем. И вечером приготовлю тантуни из печени. Лаваш уже привезли, так что вот такие у нас дела. Как я уже сказала вам, сегодня решили приготовить тантуни. Самый легкий, девочки, мальчики, рецепт. И советую вам его приготовить. Мне, например, нельзя с лавашом. Я заверну в листья салата. Ну, ни в чем себе не отказываю. Все кушаю. Вот смотрите, что я делаю. И жарю тантуни без масла. То есть в своем соку сейчас. Оно все пожарится. Добавила приправы. Черный перец, красный, соль. Вот и все. Сейчас оно мне как потушится. Не буду жира, ничего добавлять. И так хватит, мы наели. Соль. Вот такой у нас будет ужин. Эту штучку купил мне муж. Но она такая грубая. Иногда меня раздражает. Сегодня хочу вас предупредить. Хочу поделиться с вами полезными советами. И до 10 июня нужно расхламить вашу квартиру, ваш гардероб, то, что вы не носите больше года. Советую выбросить, потому что придет новое. Также какие-то тарелки надколотые, побитые, треснутые. Также лекарства, посмотрите, которые срок годности. Вон наш сидит, разбирает лекарства. Также шампуни, которые вот коробочки заканчиваются. Лучше, знаете, как делать? Не выбрасывать сразу, а собирайте в пакет, когда у вас закончится. И потом одним махом сразу вы все выбросите. Вот я так сейчас начала делать. Потом шифонер откройте, гардероб ваш. Я сегодня все только и чищу. Вот так соберу, и до 10 числа есть время выбросить это все и написать заявление Вселенной. Но если вы хотите именно так, чтобы у вас было все хорошо получилось, чтобы новое пришло, то нужно писать письмо какое-то. Я сейчас не буду его озвучивать, многие скажут, Света вообще с ума сошла. Ну а кто верит в эти приметы, напишите мне, я вам отправлю, что надо писать. И кстати, надо успевать до 10 числа. Сегодня также я что сделала? Почистила свое золото, сняла все сережки, кольца, и все надо чистить. Почистите телефон свой, старые фотографии, ненужные приложения, также документацию вашу повыкидывайте все. Когда вы выкинете старое, то к вам придет новое. Вот что, к чему это. Ну вот такие вот у меня с вами лайфхаки. Делайте, слушайтесь. Смотрю, сейчас переключу камеру, покажу вам соседей своих. Давно вы не видели. Мои соседи сидят на балконе. Не пойму, почему так темно. А мы отдали ковры, нам еще не принесли. И во дворе сидят с собачками. Погода замечательная. Ковров когда нету, сейчас так приятно босиком ходить. Я каждое утро с утра всегда их тряпкой раз и все, пылесос спрятала свой.
Не нужен он нам сейчас. Ну, вот такой вот у нас прекрасный, такой прекрасный Мерси, друзья мои. Кто-то написал там мне, что я занимаюсь выпендрежем на моем канале. Почему так думаете? Я не выпендрежем, я показываю реальную мою жизнь. А что мне тут выпендриваться, что я живу? В хоромах таких выпендриваться. Какое есть, такое есть, но в данный момент меня это все устраивает. Вот эти вот листочки, они осыпаются, и благодаря этому удлиняется стебель. О, я забыла про печень. Вот наш сегодняшний ужин. Полезный ужин. Конечно, полезный. Смотрите, без жира пожаренная печенка. Очень вкусная, куриная. Салат сделала, приготовила. И домашний айран. Приятного нам аппетита и вам также. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.